Добрый день! Сегодня вечером начинается месяц Ав. И обычно, естественно, в этот период поток вопросов, связанных с запретами, которые принято соблюдать в связи с наступлением месяца Ав и усилением нашего траура по разрушенному храму. И как бы все время задают вопросы про то, что нельзя мыться, а можно ли мыться холодной водой. Все время задают вопросы, нельзя есть мясо, нельзя пить вино, а если там какое-то праздничное мероприятие, что, как. Естественно, всегда, когда есть какие-то актуальные вопросы, актуальные моменты, всегда поэтому по этим вопросам возникают обсуждение ситуации, новой ситуации. Это нормально. Но нужно сегодня одеть одежду для того, чтобы не одевать новую одежду. Стиранную, имеется в виду, даже стиранную одежду. Нужно все одеть сегодня. Нельзя одевать стиранную одежду в течение этих 9 дней по ашкеназскому обычаю. Да, это все эти законы, в принципе, достаточно известны всем. Может быть, кому неизвестно, на нашем сайте можно посмотреть обычаи 9 дней. Я с кем-то из своих учеников обсуждал это. У нас на сайте есть подробное описание, что можно, что нельзя делать. Что можно стирать для детей, не для детей. В общем, посмотрите, на сайте все есть. Но очень часто у меня у самого возникает такое ощущение, что мы за деревьями не видим леса. То есть, за всеми этими внешними, вроде бы, запретами мы перестаем ощущать вот этот вот основной аспект, который есть, это непосредственно разрушение храма. Это мудрецы постановили все эти обычаи, запреты и так далее, для того, чтобы мы почувствовали как-то физически, на физическом уровне, что нам чего-то не хватает. Но этого недостаточно. То есть, если человек будет просто соблюдать эти обычаи запретов, то он будет пытаться все время себя их как-то сбросить. И это то, что с нами происходит. Мы не понимаем, чего от нас хотят, по большому счету. Уже давно нету храма, и мы не особо чувствуем его нехватку. И вот это, на самом деле, основная причина. Мудрецы хотели, чтобы мы почувствовали. Мудрецы хотели, чтобы мы на физическом уровне почувствовали. И это что должно нас пробудить, начать что-то искать. И мне мои дети принесли книгу автора, которого этой книги зовут Мейер Брам. И там он в такой исторической форме, в форме исторического рассказа повествует о том, что происходило в Иерусалиме в период второго храма перед разрушением. И там очень интересная история. Она частично приведена в трактате Гитин, частично в иудейской войне Иосифа Флавия. Все это он скомпонировал и сделал такой единый рассказ. Знаете, там были люди, дздуки, которые готовы были сотрудничать с римлянами и поджечь склады Иерусалима, которые могли позволить продержаться в осаде 21 год ради того, чтобы добиться своих целей. Гемара в Гитин говорит, что это были сикарии. Гемара в этой книге они говорят, что это были дздуки. Неважно, так сказать, кто это был, но люди готовы были ради своих целей навредить своим братьям. Самое главное, чтобы их политические взгляды были поддержаны для того, чтобы они хотели как бы показаться в глазах римских властей, выслужиться перед ними. Для того, чтобы, может быть, одни бы хотели, чтобы другие серьезно воевали с римлянами, а третьи хотели, наоборот, чтобы их власть была в Иерусалиме. Неважно почему, но люди готовы были навредить всему народу ради того, чтобы добиться каких-то своих политических целей. Вам это ничего не напоминает? Мне, на самом деле, когда я прочитаю вот это состояние, там написано, Гемара в трактате Юма говорит, что за что был разрушен храм во времена второго храма, ведь люди занимались изучением Тора, было много людей, изучающих Тора. Гемара говорит, что была беспричинная ненависть. Я всегда задаю такой вопрос, знаешь, беспричинная ненависть. Почему беспричинная? Причинная? У него одни политические взгляды, у меня другие.
он в одной партии, я в другой. Это же та ситуация, которая у них была. Одни смотрят на Тору, что устная Тора, с дуким, да, устная Тора, это изобретение мудрецов, а другие говорят, что это получено от Творца. Ничего себе. Это очень серьезная причина для ненависти. У нас разное мировоззрение. А? Получается, 1+1, что все это называется беспричинная ненависть. Если ты готов своего брата предать из-за каких-то вещей, это называется беспричинная ненависть. А по-другому я не могу объяснить эту гемару. У тебя есть разное мировоззрение, и ты брата своего ненавидишь, готов его предать, сдать его римским властям, поджечь ему склады, чтобы он не мог продержаться в осаде. Это называется беспричинная ненависть. То есть получается, что если ты ненавидишь своего брата из-за политических взглядов, тем более из-за политических взглядов, называется беспричинная ненависть. Понимаете? И тогда, когда ты начинаешь читать, чего нам не хватает, в какой ситуации храм был разрушен, и понимаешь, в какой ситуации мы сейчас находимся, то тогда ты действительно чувствуешь, что мы находимся в той же самой ситуации, в которой находились они. Бутафория вокруг и декорации поменялись, но смысл остался тот же самый. И тогда понятно, почему все эти запреты для нас актуальны. Они перестают быть на нас просто какой-то тяжестью, которую нас наложили мудрецы. Это должно быть естественным нашим состоянием, потому что мы ощущаем, до какой степени мы не продвинулись, и у нас не хватает храма, потому что мы, в принципе, с точки зрения исправления своих качеств остались там же. И то, что Хафец Хаим говорит, что из-за злоязычия был разрушен храм. И если первый храм был разрушен из-за трех страшных грехов – убийства, разврат, идолопоклонство, то это было всего на 70 лет. Через 70 лет они сюда вернулись и построили второй храм. Говорит Гемара в трактате Йома, какой грех больше? Говорит, ну. Понятно, говорит, посмотри, говорит, на столицу, посмотри на Иерусалим. К ним вернулась через 70 лет, а у нас уже почти 2000 и до сих пор не вернулась. Задает вопрос, а почему действительно? Три самых страшных греха? Три самых страшных греха – это открытые какие-то грехи. Совершая их, человек может от них отдалиться, да, несмотря на то, что они тяжелые грехи. Когда у нас есть вот эти вот внутренние качества, то пока мы их внутри не исправим, не приходит избавление, понимаете? Так что вот, если задуматься, то все эти внешние факторы – это только для того, чтобы мы пробудились и начали думать реально, что там было, где мы находимся. И говорит Хафец Хаим, что если мы исправим вот эту вот беспричинную ненависть, перестанем быть, ненавидеть друг друга так, чтобы злоязычествовать про друг друга, чтобы быть готовым пролить кровь нашего брата ради своих собственных интересов, политических, финансовых, каких-либо угодных, это будет причина, когда… Для того, чтобы храм был построен. И тогда все эти запреты станут для нас не просто обузой, а может быть как бы мостиком для ощущения того, куда нам нужно стремиться. Большое спасибо.